Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Міжнародна громадськість відзначила День міру. Генеральна асамблея присвятила його умацаванню ідеалу адзінства як унутрі держав, так і поміж їми. На Гомельщині до гэтай дати приміркавалі шэраг мероприємстваў, тематичні уроки, круглые столи і фестивалі дитячої творчості. Одна з зустріч, присвячених Міжнародному дню міру, відбулася у Гомельському державним педагогічним коледжі імя Выгодскага. Організатором мероприємства виступило обласне відділення Білоруського фонду міру. Удзел прыняли кіраўнікі і навучэнцы установ адукацыі Гомеля. У ходзе сустрэчы асаблівую ўвагу надалі пытанням сумеснай работы грамадскіх арганізацый і установ адукацыі ў грамадска-патрыятычным і маральным выхаванні моладзі. Молодежь, будем же прямо говорить, это будущее, как мы ее сегодня воспитаем, как мы им дадим направление, будет зависеть дальнейшее развитие и страны, и регионов, и так далее. Як чакаецца, у наступным месяцы на Гомельшчыне пройдзе рэспубліканскі семінар па пытаннях укаранення сучасных інфармацыйных тэхналогій у работу агенцтваў па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры. Наш рэгіён абраны не выпадкова. Зараз тут створана эфектыўная сістэма работы з насельніцтвам і юрыдычнымі асобамі. Праўда, як пераканаўся Алекс Сенцюроў, і тут яшчэ ёсць значныя рэзервы. Каждый день только у Гомельский филиал агентства по державной регистрации и земельном кадастре звертаются больше 450 человек. Правда, великих чергов тут практически николи не бывает. Весь процесс приема контролируется видеокамерами и при необходимости колькость регистраторов, которые працуют с наведывальниками, оперативно повеличивают. Докладно вызначенный и термин разгляду зворотов до 7 дней для физических особ и до 5 для юридичных. Правда, иначе раз вытормить их бывает проблематично. Люди умудрятся такого и построить, и сделать, что ни одно законодательство, ни один закон не может решить проблем. По словам работников агентства по державной регистрации, у пэўнай ступени зараз працаваць стало больше легко. Еще несколько годов тому трактовка одного и того же пытания у разных законодательных актах могла вельми значно отрозниваться, а некоторые пытания увогуле практически не регулировались. Сегодня у Беларуси законодательство европейского уровня, але шэраг невырашенных тады проблем застается. После Чернобыльской катастрофы у потерпелых районах проводилось массовое отселение населения. Пустые дамы брали на свой баланс сельский совет, але при этом часто не оформляли право на уласность. Отрымливается, что человек живет, например, у Гомеля, а заявляется обладальником маёмости в том же Брагине. И на вот об этом не загадывается. Эта ситуация, до речи, не одной чем обмерковывалась на разных узровнях, але однозначных отказов на пытание, как выкористовывать такую маёмость, нема. Достатково значно снижают эффективность работы агентства и так званые профессийные скаржники. Некоторые спробуют вырешить свои проблемы по некольки разов, отрывают отмовы и начинают все с початку. Если они обращаются выше, там, конечно, группа людей отвлекается, потом к нам дают задание найти, доставить материалы. И я считаю, что вот эти профессиональные жалобщики очень большого, если брать за год, то большую уйму времени отнимают. Разом с тем, покуль приходится констатовать, есть проблемы и у организации взаимодействия разных державных структур. На опошнем посяджении Гомельского гарвыканкама навод приводились конкретные приклады, когда совместная деятельность никак не отрымливается. Правда, таких выпадков не вельми шмат, але у идеале их быть не повинно увогуле. А тому у наступном месяце у Гомель приедут представники усих белорусских агентств по державной регистрации. Головная мета – укоронение у деятельности этих структур сучасных информационных технологий. Человек, когда подает заявление в исполком предоставления участка, дальше заключает договор с организацией по землеустройству на оформление документов, дальше может никуда не ходить. Вот эта организация по землеустройству дальше все документы может передавать в электронном виде и в том числе в исполком. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Супрацоўнікі МНС Гомельскай вобласці сумесна з прадстаўнікамі органаў мясцовай улады пачалі праверкі печаў у прыватным сектары. Кантроль іх стану ажыццяўляецца штогод напярэдадні ацяпляльнага перыяду. У адным з рэйдаў, які праходзіў у Рэчыцкім раёне, пабывалі і нашы карэспандэнты. На территории Караватицкого сельского совета 10 весок, у яких проживает больше за 2500 человек. Некоторые из них мают потребу особливой увазе. По их адресах и отправится назиральная комиссия. Представники сельсовета, инспектор дяжпажнагляда, участковый милиционер и социальные работники. Самый проблемный дом у вёсцы Пироволока належит пожилому мужчине, який после смерти жонки живе один. Тут специалисты означают все махчимые порушения правил пожарной безопасности. Разом было знойдено и выезди. У худким шасе
часе пенсионер переедет на постоянное жыхарство у покой сестринского догляду про одной из больниц. За остальным контингентом ситуация простей. У нас было запланировано обследовать 229 человек. Мы все обследовали, плюс многодетные были, социально опасные. На сегодняшний день все замечания устранены по группкам. Пишем ходатайство, оказывают помощь, и дровами оказывают помощь, значит, на покупку дров. Все это как бы нормально, вроде никто не жалуется. Подчас наступных визитов переконываемся у справедливости этих слов. У доме, где проживает шмадетная семья, чистиня и парадок. Две печи у задовольняющем стане. Няма расколена, перотопочной дверцей замацаваны железный лист. Мается оповящальник, замененная электропроводка. За всю отказностью до темы уластной безопасности относятся и пожилые жихары. Яны привыкли вырашать проблемы уластными силами. И только в выпадку в острой необходимости звертаются за допомогой, якую им ведомо же кажут. На сегодняшний день проверено около 97 тысяч жилых домов, составляет 90% от общего числа. По выявленным нарушениям ведутся непосредственные работы по ремонту печного отопления. Органами местной исполнительной распорядительной власти были выделены финансовые средства. Руслан Проляскоўский, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня сусветный день без автомобиля. У Беларуси до его долучились в 2008 году. Мероприемство закликано звернуть увагу людей на экологичные проблемы городов, у тым лику якость атмосферного поветра. Питание необходимости снижения автомобильных выкидов поветра актуальное и для Гомельщины. Зараз на территории в области зарегистрировано больше, как 450 тысяч транспортных средств. Только в минулом году в атмосферу от них трапило 113 тысяч тонн шкодных речевов. Это больше, чем выкидывают все промысловые предприятия региона. Подлічено, что у вынику проведения акции 22 вересня «День без автомобиля» на Гомельщине у поветра не трапить больше, как 350 тонн забруджуючих речевов. И наприканці выпуску про надворье. Гэты тыдзень по прогнозах областного гидрометцентра будет теплым. Сегодня опадков не прогнозуется. У ночи и раницы месяцами махчимый туман. Температура поветра у ночи складе до плюс 8, але на глебе по заходней полове региона месяцами махчимый заморозки до 0 минус 1. У день слупок термометра уздымится до плюс 15-20. У сераду дзённая температура поветра повысится до плюс 25. С четверга по субботу будет каля 27-28 градусов тепла. У ночи слупок термометра не опустится ниже за 15 градусов. Наприканці тыдня прийдут дожди, у неделю местами махчимы навальницы. Температура поветра прогнозуется до плюс 15 у ночи и до 23-25 у день. Команда Гомельского облспожилсоюза заняла первое место на 27-й спартакияде Белорусского республиканского союза споживецких товариств. На протягу двух дней кооператоры из усёй краины демонстрировали выдатную физподрыхтовку, командный дух и волю до перемоги. На динамичных и видовищных споборництвах побывала наша здымочная бригада. В Гомеле финал республиканской спартакиады «Белкапсоюза» проводился в порядке очередности после шестилетнего перерыва. За победу боролись команды из всех областей и аппарата правления. Всего около 150 человек. Открытие соревнований напоминало шоу талантов. Хор мальчиков подбодрил участников песни. Девочки из группы черлидинга исполнили зажигательный танец. Юные мастера тхэквондо ломали дощечки. Изюминкой же стало выступление маленьких звезд циркового искусства. После старта закипели баталии. На волейбольной площадке под звуки судейского свистка шла напряженная борьба за каждый мяч. К слову, под эгидой Белкапсоюза функционирует физкультурно-спортивный клуб с филиалами во всех областях. Различные секции работают в 7 учебных заведениях потребительской кооперации. Та молодежь, которая поступает учиться, она с первых же дней привлекается и к занятиям физкультурой и спортом. И это помогает потом и в дальнейшем. Большинство работающих в потребкооперации – женщины. Но то, что их хрупкие плечи привычны
к нагрузкам стало понятно на состязаниях по легкоатлетическому многоборью. Мужчины, помимо того, мерились силами на перекладине. Один из победителей – 52-летний представитель команды из Гродно, который подтянулся 22 раза. Итоги состязаний подводились на торжественной ноте. Вчерашние соперники без натяжки и формализма аплодировали друг другу. По количеству наград лидером стала команда Гомельского облпотребсоюза. На втором месте спортсмены из Гродно, бронза у представителей Могилевской области. Но по большому счету проигравших не было, а только лучшие из лучших. Спартакиада показала, что в самом деле есть потенциал огромный у наших людей, которые стремятся к тому, чтобы быть здоровыми, умными, красивыми и приносить пользу нашему обществу, нашей родной Беларуси. Руслан Пролисковский, Олеся Руденкова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенко. Добрых вам навінаў і да новых сустрэч у ефіры.